Всем доброе утро. Три карасика пожарила, которые вчера наловили. Мужички мои. Вот такие карасики, сухарики. Сергей почистил, сказал, я скушаю. Пожалуйста. Корочка такая вкусная. Сегодня обедаем, еще мясо доедаем. Сейчас отварю, наверное, макарошки к нему. Мясо с ананасами. Ой, солнышко у нас. Но прохладно. Прохладно, да, друзья. Пошла я. Все никак, да, не дойду. Заколебала уже. Пошла вон туда. Туда. Пока у меня есть до обеда времечко. Потом будем кушать все. Обедать. Кстати, да, ну, я понимаю, что страстная неделя. Ну, ребятишки, вот что... Попросили шашлык. Нам-то вот уже и не надо с Сергеем. Позавчера привезли старшие нам мясо. Уже готовый шашлык мы жарили. Тоже они хотели. Ну, это май, всем хочется. А сейчас вот Челябинск приехал. Хотят мяско. Нажарим, им с собой дадим. Они завтра уедут. Семен с Настей. Покушать заберут. На работу им в четверг. Так что вечером опять шашлындосы у нас. Вот такая дружба уже. Сейчас даже рыжик на Бурана кинулся. Я ругалась Буранчика, чтобы не топтал мне клубнику. И рыжик как кинется к нему. Все, помидорки в парничке. И большие, и маленькие всякие. Прикрою сейчас немножко. Девчонки, парник этот, кто не знает, он как бы предродовая, предтепличное место для помидор. Вот здесь они будут набираться силу. Поздно вот эти посадила. Но они как раз сейчас дойдут. Наберутся силы. Им уже тесно в горшочках, вот в таких вот контейнерах. Они теряют как бы свою силу, да. Не хватает им витаминов. А вот здесь вот они сейчас, пока угроза заморозков стоит, они здесь придут в себя, укоренятся. Короче, богатырями такими станут. Наберутся сил. И потом уже вот я их буду лопаткой аккуратно пересаживать в теплицу в конце мая. Потому что, например, у нас вот на среду минус один, а здесь им ничего не будет. Я буду закрывать плотно только на ночь их. Там под низом навоз, он будет гореть, будет температура. Здесь высокая. Все. А потом, когда я их отсюда уберу, сюда можно огурчики посадить на лето. Вот так вот. Так что тут ничего такого не надо. Сейчас вот у меня будет там крючочек. Я буду их 45 градусов. Будет вот так вот крышка закрыта под углом 45 градусов. Когда сильно будет прохладно, я вот сюда буду ложить какую-нибудь, класть полежка и прикрою крышкой. Она слегка только будет поддувать. Теперь главное утром не воронить, не проспать, открывать, когда будет тепло. Даже когда 8 градусов, например, будет, иначе они сгорят. Здесь просто самое то. Так уже несколько лет мы делаем. Вот 4 помидорки мелкие остались. Совсем мелкие. Пусть сидят в гараже. Вот вчера мне перчик уже привезли. Вот я же говорю, тот, кто мне для меня осадит этот перчик, у него легкая рука. Все прет. Все растет. А вот мой слабенький. И то это мне же тоже дали. Тоже, ну ничего. Перца много теперь у меня. Вот этот очень крупный. Такой удлиненный, крупный. Ну вот как раз на кетчуп. Морозить на пиццу, кушать. Ой, прекрасный перчик. Все, он пойдет только в теплицу. Пока пусть здесь сидит. Так, тут что, перегнойчик, что ли, подсыпать? Мало земли. Сейчас подсыплю, пойду. Все полью.
буду днем открывать им гараж. Пусть тут сидят. Вот или сегодня на славу и завершение дня. Вау. На 6 персон. Как раз 6 шампуров. Шампуров. Вау. Я кусок только. Смотри, какие есть куски. Вообще. С пчелками позанимались, с помидоры высадила, я закрыла. Два уля осталось. Два улика? Да, почистить. Но я их специально не стал вытаскивать. Что, вода текет? Есть. Слышно же, капает. Ну, в колодце капает. Так, я вышла, что за помидорами? Салатик режем, ты маринуем. Нет, а эти же мало. Ну, хватит на раз на салат. Горит, горит, горит. Горит. Горит еще. Горит. Ай, вкусно. Это у нас нету мангала. Мангал маленький. Иди как в бане. Встань. Шустрый ты, да? Я... Вкуснотень. И к чаю сегодня у нас без стряпни. Такие вкусняшки. Это пахлава, я люблю. Никто у нас больше не любит. Так что всем пока-пока. Мы садимся кушать. Всем привет, всех с праздником 1 мая. Уже, да, следующий день у меня. Я ничего не успеваю, девчонки. Снимать не успеваю. Свои дела делаю. Бегом-бегом. Сегодня уже провожаю Семена с Настей в 4 часа. Так что все, все нагостились, все уезжают. Маленько хожу, прибираюсь. В общем, сейчас буду мыть окна, потому что у нас пришли сетки. Сергей с Семеном будут вешать сетки. Я говорю, но нужно, чтобы потом не тыркать их. Я сейчас... пробегусь, хоть и чистые, да, они, но все равно вот они в этой, в пыльце березовой. Так некрасиво, еще дождик смочил, вообще грязные-прегрязные. Сейчас пробегусь, говорю. И также привезла краску, и мы с Машей пойдем красить улики. 15 ульев нам надо покрасить, потому что скоро у нас приедет 15 семей. Мы покупаем, вот, потому что у нас... очень много погибло за зиму. И мы вот 15 штук подкупаем. Вчера Сергей и Семенов все их помыли, обожгли, выставили. Вот нам с Машей сегодня начать красить. А завтра я хочу постряпать куличики. Девочки, мне уже послезавтра на работу. Ой-ой-ой-ой. Холодит прям все внутри. Всякие сны снятся. Переживаю. Но главное начать. Пятницу я вам уже покажу. Может быть, в шорты выставлю в коротком видео. Где я нахожусь и кем я работаю. Интрига, да? Вчера у нас в гостинице орешков принесли целую коробочку. Наелись. С шашлыка сейчас уже пообедали. Поставила ребрышки варить. На ужин хочу лапшичку. Что-нибудь такое, жижу. Пожижку, жидкое. Все. Пошла я мыть. У нас... более-менее солнышко хоть. А то было с утра вообще дубак дубаком. Помою, и они начнут мне тут все вкручивать. Наконец-то будут сетки. Нет. Это куда? Это не оно. Да как не оно-то? Больше нету. Это с гостиной, сынок. Как? Подходит она? Нет, это с гостиной. Остальные широкие или высокие? Ну там вот эта одна оставалась. Да. Это на гостиную, на второй этаж. Это вообще не понимаю. Тут табуретка дурацкая. Что такой стул нельзя, что ли, поставить? Спасибо, хоть такая есть. Весь прилет, пиздец. Дом? Да, вот эти что. Закрывать надо. Груздев он, смотрю, закрыл. Кирпичиками. Нету денег. Он весь выгибается, я вижу. Пиздец.
Ну вот же, есть же. Кто? Сердце. Ну это вот длинное. Пиздец. Ну я тебе говорю, это та была. Вот фронт работы. Крышечки все суриком покрасить. Три банки краски у меня. Разные, голубая, по-моему, розовая и такая зелененькая лазурь. Вот они. Вот с Машей нам надо шурануть. Там такая туча заходит, вообще дождевая. Вон, посмотрите, как черно. Сейчас вот не даст красить. Я окна домывала под дождем. Тут уже сеточки повесили. И не открываем окна. Дубак, просто дубак. Все, сейчас провожаю Семена с Настей. Как раз в дождь поедут. Машу на тренировку увезу, а там уже, наверное, к вечеру, может быть, стихнет непогода. Покрасим. Дождик не дает нам вообще, мне не дает красить. Вот все мокнет. Первую крышечку покрасила. Вот сейчас вам покажу. Вот так вот Сергей обжигает весь улей. Дезинфицирует. Горелочкой. Поэтому они такие всегда копченые. Копчененькие. Фу. Мед подкопченый. Нет. Вот они вчера с Семеном много сделали. Сейчас вот уехали ребятишки, все. Свобода. Да, ура! Едим теперь, что хотим. А где шашлыков наелись? Да. Мама не горит. Ну что, вот крышки сырые. Все сырые. Сейчас тогда начну сам улей красить. Мне бы его ширкануть. Вон он, видишь, какой гофре. Ну, сейчас. Ну, ладно, ладно, давай. Одного ряда крышечки покрасила. Сергей мне прошкурил. Вот этот улик на два раза покрасил. Вот такой красивый, нарядный, новый. Осталось циферки сюда вернуть. Вот. Работы много, конечно. Ой, замерзла. Сопли просто до колен. Продувает насквозь вообще. В свитере, вот в штурмовке и вот насквозь просто. Сейчас, наверное, медовухи придется выпить. Я пока окна мыла, всю меня тоже просто как тростинку трясло. Сейчас идем ужинать. Хоть и не хочется отрываться. Ужинать, не знаю, будем либо яйца варить, либо лапшу молочную. Не хотим суп. Суп будем завтра доваривать к обеду. Вот так вот. Такой красивый вообще просто. Огонь! Огонь! Краска жидковатая, поэтому на два раза. Ну и улья, чё, уже старенькие. Много впитывают. Не так уж старенькие. Ну, конечно, не так уж старенькие, но... Старенькие. Пошоркаешь, они хорошо краску впитывают. Ой-ой-ой-ой, какой ветрыган. Так что пойдемте ужинать, товарищи. Чем Бог даст. Вот такой ужин. По 3 яйца всмятку. Грибочки открыли. Чай. Варенье смородиновое. И все. И хлебушек со сметанкой домашней. Покушаем и дальше пойдем.
Всех еще раз с праздником. Завтра чистый четверг. Будем маленько порядок наводить. Будем куличи буду завтра печь, девочки. Потому что в пятницу работаю, в субботу работаю, буду печь куличики завтра. Раздеваюсь. Поставила яйца, убежала белье вешать. Вот такой май трудовой. Все, всем пока, всех обнимаю, целую, люблю.